Горжусь. Здравствуйте, мы тоже гордимся Софьей. Да, она молодец. Да. Не забываем. И вами тоже гордимся. И вы нами тоже гордитесь. Да. Пожалуйста. Стоит гордиться только из-за того, что я сумела нормально посушить голову. Вот. Да. Так, свеча распять. Замечательно. Свеча распятия, свидетель. И Иеговы. Ой, нельзя такое говорить. Я да. забыла. Да, они запрещены в России. Да. Это я знаю из документалки Гео. Смотрите канал Гео на Ютубе. Бесплатная Ой. Реклама. Прятка в гостиной. Да. Потрясающий канал. Там все про исторические какие-то факты, еще про что-то. А, сейчас вспомню. Да. Гео. Вообще, я смотрел видео про это. Ой, типа контент. Меня вылетело. Который... Очень. Да? Ну да. Угу. Быстро, да? Закончили. В смысле, ты вылетел? Да. Мы вдвоем остались? Да. Ой, как страшно. Я выкину сюда фотик. Софи справа нет, в комнате справа. В гараже слева прятка. Почему тебя выкидывают все время? В комнате слева тоже нет. В гараже слева, да, прятка? Да. Не, ну левой прятке мы еще доверяем, ладно. Так и быть. Вот правый не очень. Я сейчас помню, что вас тоже выкинет. Типа я же хост. Не, это так не работает. Не? Да. Тут просто хост перекидывается к другому человеку и все. Комната остается. Свет есть. Отлично. А там ты что сфоткал? Что там было? Доска. А, то есть косточку мы еще ищем, да? Не факт, конечно, что мы ее заберем, да? Опа! А здесь гаечный ключ лежит. Смотри. На полу. Че, здесь что ли? Я арбов не вижу. Тоже. Отпечатков тоже не вижу. Ну он где-то рядом, да? Ага. Здесь. ЕМПхи у нас нет, да? Да перестань ты, что такое? Кто так делает вообще? Что? Куда кидаешь? А, это ивент. Это страшно. Да? Хорошо. А сфоткаешь? Кого? Кость. Уже. А, молодец. А где ЕМП? У меня в руках висит, лежит. А, во, вижу. Ага, забрала. Заметьте, фонарик проигнорировала. Потому что зачем нам фонарик? Мы что, не профессионалы, да? Да. Ты чё все раскидал? Смотри, пила лежит. А вот это уже не... А вот это уже все. А вот это уже ГГ. А вот это я не успею. Я, конечно, бегу. Но не факт, что добегу. Бля, чуть-чуть не хватит, да? Отошел! 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 Софья, кажется, я к тебе его привела. А нет, ушел. Крест животворяет, и что делает? Че, в руке у тебя сгорел? Нет, не сгорел. Так, а что это за у нас такой покемон? Покемон? Может быть. Смотри, что творит. Все раскидал. Так, ну отпечатков, похоже, не будет. Да. Ешь. Пожалуйста. Так, я пошла-ка отсюда. Что-то мне тут не нравится. Еле-еле удрала.
Там еще периодически shift заканчивался, и я такая, а, нет, что, нет, а. Так. Крест у него есть. Так, я выпью одну таблеточку. Правда, если это Дмитрий, мне это не поможет. Но, как говорится, а что делать? Пошла фоткать соль. Сегодня наклеила стекло новое на телефон. Лучше бы я доверила это профессионалам, потом на них ругалась. Наклеила с пузырьками. Ё-моё. Ну ладно, с другой стороны, что? Я потерялась, Софья. А, нашлась. Все. А у меня же палочка есть, что я? Ай, ладно, так дойду. О, дошла. Смотри. Смотри, что умею. Минус, Софья. Да? Ага. Изо рта идет. А вот я потерялась. Здравствуйте. Привет. Вышел, вышел, вышел. Behind. Минус и behind, понял. Отпечатков нет. Крест поджирает. Сейчас ты что сфоткал? Сожженная распять. А сейчас шаги сфоткал? А я что-то не поняла. А что происходит? Софья? А? А у нас может быть мираж? Не может же быть? Минусы... Нет, не может. Значит, это мимик. Опять? Угу. Потому что смотри, прикол. Шаги не фоткает. А, нет, фоткает. Может, тогда и не мимик. Ну да, тут есть. Ой, господи! А Морлин, Рэд, Близнецы и Мимик у нас вообще. И Мимик? Да. Бля, мне пизда. Господи, это опять ивент. Ой, доведет, ей-богу, доведет. О, свет. А что у нас, доска? Ага, сейчас сюда вынесу. Дека. Арба нету. Арба нету, отпечатков. Отпечатков тоже. Может, тогда и не, не мимик. Да не, наверное, показалось. Что-то летает. Он там кидает? Да. Вообще просто будь здоров. Близнецы? Только в путь. Да что такое? Так, ну-ка. Радиоприемник и минусовая. Минусовая. Хм. Немножко подозрительным кажется, что... Потому что, знаешь, я что-то как-то смотрю. Я сделала шаги. Точнее, он сделал шаги. И как бы в кучке они были. Вокруг не было. Но при этом за фотку кучки засчитал. То есть, не знаю, можно это считать как пародию миража или нет? Скорее всего, нет. Скорее всего, просто так ходит на одном месте. Проверку на Анрё, конечно, можно сделать. Наверное. Ну, что-то, блин, туда свечку тащить далеко. А-а-а, здрасте, у нас задание на свечку. Угу. Проверку, конечно, говорю, можно сделать, но не стоит, да? Так, сейчас таблеточку выпью, одну еще. От греха подальше. Пошла тогда свечку ставить как раз. Хотя там, наверное, распятие уже подожжены. Уже как таковой проверки не получится. Угу, я же говорю. Не, ну отпечатков нет. Вряд ли это мимик.
Может, конечно, мимик дурачок. Кидается прям так вообще. Только так. Сейчас комплект возьму. Ярик такой, ничего не знаю, я пошел в ДБД. Не, я в Гвинт. В Гвинт? Кстати, там очень хуёво то, что ты не можешь купить приглашение на матч, ну вот этот. Но при этом тебе надо повышать уровень. Угу. Сколько здесь людей? И некоторые матчи недоступны, потому что уровень маленький. Сколько здесь призраков? Как, да, а как да, делать, да. Блядь? Смотри, Софья, он говорит, что здесь два призрака. А, отлично. Сколько здесь людей? Ты чё, пёс? Ты чё сделал? Бляха, чё сфоткала? Воздух. Угу, последняя фотка вообще не к месту. Ты не поверишь, вторую фотку засчитал как взаимодействие, а первая вообще мимо. Гениально. А первая опять твоя попа. Я, кстати, зажгла, потому что он меня слышал. Я забыла микрофон потушить. Ну и зачем она сгорела? Кто просил? Че? Рядку садимся и проверяем и слушаем еще. Наверное, нафиг эту фотографию. А еще знаете, что меня в резиденте удивляет? Постоянно. Да. Итан какой-то низкий. Ну, серьезно, маленький рост. Я что приседаю, что встаю. На одной высоте. Может, у него по жизни маленький рост. Вот да, у него как будто маленький рост. Надо посмотреть, кстати, в Википедии, сколько у него рост. Что-то как будто медленно ходит. Первая же вкладка. Итан Винтерс. Жив. Чисто Цоя вообще. Не, ничего, 7,80 м. Да не может быть, он какой-то низкий, реально. Да не, не 1,80 м точно. Я думаю, что у меня экран такой яркий? У меня до этого была матовая пленка, а сейчас прозрачное стекло. Так и шо? Вроде не близнецы. Так давай еще посидим. Давай. А вроде и близнецы, что-то как-то быстро. Скорость не меняется. Странно.
Это нормально, что вы ничего не слышите, мы ничего не говорим. Мы просто молчим. Да. А если мы молчим, значит, мы ждем подставы от фазмофобии просто. Это я сегодня иду, у меня, значит, это музыка в наушниках, и там песня с Ильги. 28 причин, которые... Она же начинается так, это... Там мелодия, мелодия, мелодия. И я такая, ну, сейчас спою, давай, давай. И она такая начинает, и я такая, I kissed your brother, и все, больше я ничего не знаю в этой песне. Та-да-та-та. О, хорошо, что камеру поменяла. Теперь второго подбородка не видно, камера чуть повыше. Довольная. Я тут рассказывала Ярику, я тут перестановку сделала. Ага. Ноутбук убрала на кухню, потому что он используется только для стримов, а стримы редкость. И, вот. И сразу освободилась куча мест. У меня теперь микрофон с другой стороны от мышки. Надеюсь, не будет слышно мышку теперь. Камера стоит чуть повыше. Закрывает мне левую часть экрана, там, где ничего не происходит обычно. Центр свободный. Центр я теперь вижу спокойно. Но камера как будто сейчас немножко сбоку смотрит. Чуть-чуть как будто сбоку. Во второго подбородка не видно. Я, конечно, считаю, что его нет, но комментатор там лучше знает. Слушай, по-моему, одинаково ходят. Уже да. Который раз. Может, это Анрё? Может быть. Ну и поехали тогда. Да, сейчас он только уйдет. Не угадаем, господи, когда мы что в фазме угадывали вообще? Не, ну мимик Диоген это, конечно, что-то. А все? Пошли? А вроде все, да. А, ну да. Ярик, ставь Андрю, поехали. Хорошо. Это я себе на превьюшку сделала кадр. Постоянно об этом забываю. Утя. Опа. Ага, поехали. Сейчас игра такая, дурачки. Это мимик. Это называется что? Правильно, это называется унаги. Между прочим. Не зря сидели в засаде.